самого начала недели, 8 октября, в одном из столичных магазинов прошел довольно необычный для нашей страны воркшоп, где фэшн-критик и блогер Габи София Волочук рассказывала о модных тенденциях и показывала, как правильно их сочетать и комбинировать. Важно, что перед каждым мероприятием я стараюсь четко представить и адаптировать его как можно ближе к своей идее, к тому, что именно я хочу показать. Я обновила свой блог и преобразовала его в сайт о моде с полезными советами по поводу шопинга и о том, как правильно подбирать одежду. Также решила, что нужно встречаться с читательницами, которых сейчас больше 3000 на странице Facebook. Должна быть и такая практика, иначе нет смысла. Среди пришедших было замечено множество столичных леди, которые знакомы с блогом Габи и не меньше ее увлечены модными тенденциями. Габи вообще человек креативный, интересно, что она нам сегодня покажет. Вообще люблю блоги, читаю их постоянно, к ее блогу отношусь хорошо, нравится то, что она свое мнение всегда высказывает. Каким бы оно ни было, может быть, чуть-чуть грубовато, но иногда правду говорить тоже хорошо. Изредка просматриваю, бывают иногда интересные вещи, как бы Габи очень своеобразный человек, и порой интересно почитать, о чем же она думает. По всему миру очень часто можно попасть на подобные презентации, где обсуждаются и наглядно демонстрируются конкретные примеры, как правильно, а как не стоит одеваться. Персональные шоперы, стилисты и блогеры диктуют свое мнение. Для нас же это пока остается в новинку.